Всем привет, друзья! Всех с открытием дачного сезона. Вот, приехали мы на майские праздники. Такой у нас план действий. Вот эту тепличку нам надо разобрать будет, а собрать нам на обод вот такую же. Собирали мы ее в том году. Она себя зарекомендовала хорошо. Вот, то есть будем выращивать продукты. Помидоры, огурчики. А привезли мы вот эту тепличку вот на таком паровозике. Вот так вот это все выглядит. 6-метровые брусья. Возим на прицепе. Без проблем все. Так вот загружаем буханку. Там карбонат. Шифер также нагрузили. Сейчас будем все разгружать. Вот, будем собирать новую. По старой теплице тоже есть определенные мысли, куда ее пристроить. И по УАЗику, кстати, тоже любители русской техники. Подписывайтесь, чтобы не пропустить определенный проектик. У меня мысли есть по нему. Так что сейчас будем разбирать старую теплицу, менять фундамент, брус новый ставить и буду записывать видео. Так, у нас начался процесс реконструкции. Теплица распилена пополам. Половина уйдет на мангальную зону, а это у нас место подготовлено под новую. Старую разобрали тепличку, собрали вот такой фундамент, поставили на кирпичики два ряда, потому что в один ряд та теплица осела и быстро сгнила. Обработали брус, так 3х6 сделали по краям. Вот, в общем, снутри поставили шифер, шифер закрепили на шурупы и засыпали землей, и внутри вот так вот все на штырях. Вот, сейчас внутри грядочку сделали и будем сейчас собирать каркас. Размечаем торцы согласно инструкции. Вот таким вот макаром. Процесс у нас продолжается. Погода, правда, подводит. То ветер, то снег, то солнце. В общем, собрали торцы. Вот таким образом каркасик собрали. Все закрепили, выставили по уровню и вот это место сделали на укосинку, чтобы стояло ровно. Потом, когда карбонат скрутим, все будет у нас зафиксировано. Палочку, естественно, уберем. Вот, вот здесь вот уже калиточку прорезал я. Вот, то есть вот такой механизм хитрый. Можно его и снутри закрывать. Ну, потом покажу еще поподробнее. Вот сейчас, в общем, будем устанавливать карбонат. Вот так пока все выглядит у нас красивенько. Вот вторая тепличка. Давай обратно. Еще можно. Давай.
Можешь тут пройти? Строили, строили и наконец построили. Грядочку такую сделали между теплицами. Значит, еще что хотелось бы сказать. Значит, теплица у нас 3 на 6. Вот таким образом мы собрали каркас по краям бруса. Обработали брус. Выставили его на 2 ряда кирпичей. Вот, и значит, поликарбонат уходит за, выступает за брус, чтобы водичка стекала, если дождь пойдет. Вот здесь, значит, что хотелось бы еще сказать. Вот здесь есть такая вот система крепления, можно форточку отдельно открывать или вместо с дверцей. Вот. А насчет фундамента, вот производитель дает, значит, вместе с теплицей вот такой фундамент. Я считаю, он не особо надежный. Мы делаем на брусе. Вторая теплица уже у нас собрана таким образом. Вот, значит, как минимум по одному ряду кирпичей хотя бы, или блоков, можно к блокам еще отдельно закрепить. Мы же закрепляли, тут уже вот перчики поселились. Кстати, вот так вот грядки выглядят. Мы же закрепляли, значит, шифер закрепляли, сверлили его к брусу. Вот, единственное, что здесь... В этой теплице я поленился выпиливать уголочки, значит, в шифере. Но сюда влага не попадала, в той теплице. То есть, как бы, решили не заморачиваться. Также вот в каждом пролете просверлили по отверстию. Тут их 9. Плюс еще с торцов по 3. Вот, то есть, как бы, закрепили таким образом каркас к основанию. Основание закреплено за счет шифера. То есть та теплица у нас с того года стоит, никаких проблем, значит, с этим мы не испытывали. Там что-то ее сдувало или как-то что-то. Вот, значит, здесь вот такую ступенечку сделали. Здесь, значит, такой замочек уже показывал. То есть, как я говорил, лучше торцы выпилить отдельно. Невозможно на стоячей теплице это сделать. То есть, даже... просто приложить, обрезать, прикрутить на несколько шурупчиков, потом можно по месту уже добить и прорезать дверь. Вот, значит, что хотелось бы сказать еще. Значит, шифер по ценам, давайте, друзья, пробежимся. Шифер, значит, у нас вот этот по краям, который в грядках стоит, он у нас уже был со старой теплицы, мы его использовали, штыри также были. Вот, то есть, грубо говоря, обычная арматура напиленная. Вот, то есть грядки держатся, шифер держится за счет этих штырей. В середине вот этот шифер и на ту грядку, которая на улице, мы докупали. Лист шифера стоит 180 рублей, по-моему, или 200, что-то около этого. Вот, значит, здесь его 1, 2, 3, 6, 8, 8 листов. Ну и здесь тоже 8, плюс на торцы еще. То есть там, не знаю, кто будет делать, не будет, смотря сколько грядок, кому сколько надо. Значит, брус обошелся, второй сорт, мы брали 3 бруса по 900 с чем-то рублей, покупали. То есть один раз пилили пополам, 3 на 6 сделали. Ну, по краям, как я и говорил, вот он, теплица стоит по краю. Все ровно, все хватает, вот, все держится надежно. По 900 с чем-то рублей, значит, брус и сама тепличка обошлась... Заказывали зимой еще родители
Тепличка вышла, значит, 29, что ли, тысяч. Как-то так. Ну, все вместе с карбонатом. Ну, там парничок какой-то еще в подарок дали, но он как бы бесполезный. Вот. Не знаю, кому-то, может, надо. Вроде мама не пользуется. Вот, значит, ну, что хотелось бы еще сказать. Значит, теплица, значит, собиралась для родителей. Вот, то есть, хотелось бы сказать, помогайте своим родным и близким, делайте добрые дела. То есть, мне лично самому некогда этим всем заниматься. Поливкой, ну, поливаю по возможности, когда приезжаю в деревню. Вот, а так-то все равно все-таки не близко это все, и родители занимаются, ухаживают, выращивают. В общем, все, всем спасибо за внимание, всем добра, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Берегите себя.